Добрый день, гости нашего канала. Сегодня я вам покажу, как вязать вот такой вот интересный узор из трапеций. Графическая схема раппорта узора в описании к видео. Смотрите, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. Приятного просмотра! Раппорт узора состоит из 10 петель. Я набрала 32 кромочные, итого 32 петли. Кромочную снимаем и вяжем 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Конец раппорта. Повторяем. 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре. 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Конец раппорта. Повторяем. 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Кромочная. Второй ряд. 1 лицевая, 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. 4 лицевые. Раз, два, три, четыре. Кромочная. Третий ряд. 3 изнаночных. Раз, два, три, 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. 2 изнаночных. Раз, два. Кромочная. Четвертый ряд. 3 лицевых. Раз, два, три, 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. 2 лицевые. Раз, два. Кромочную. Пятый ряд. 1 изнаночная, 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. 5 лицевых. Раз, два, три,
4, 5, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, кромочная, 6 ряд, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная, кромочная, 7 ряд, 2 лицевые, 1, 2, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 3 лицевые, 1, 2, 3, кромочная, 8 ряд, 2 изнаночные, 1, 2, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 3 изнаночных, 1, 2, 3, кромочная, 9 ряд, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 1 лицевая, кромочная, 10 ряд, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, кромочная,
я довязала высоту рапорта, и получились вот такие вот трапеции. Сейчас я провяжу еще несколько рапортов, чтобы показать рисунок. Так, я довязала еще несколько рапортов, и вот такой интересный узор получился из трапеции.